Привет, мой любимый зритель! И кто ко мне зашел? Он к вам, Саша Шинапуна, Саша Шиади Шактима, Таша Шиндина. Что, короче, чай у меня. Вот такой вот, короче, какой. Молочный чай Улун. Молочный чай Улун. Так. Макроус. Картошка толченая. Так. Вот. Скумбрия. Вот скумбрия такая вот клевая. В Ольге мама сделала. Так, кетчуп. Ну и вот чипсы. Тайские чипсы. Так. Он твой мессажаш, он пурно сахшаш, я дишак тиматаш. Что, начнем с рыбки? Начнем с рыбки. Со скумбрии. Поглощать ее. Ну-ка. Вкус такой. Куда? Не понял. Такой кисленький чуть. Блин, с обрядкой забыл. Мама, принеси, пожалуйста, салфетки. Ну что, вкусная? Кисленькая такая. Какая? Кислая. Как кислая? Из-за чего? Может, тухлая? Чтобы она была тухлая, я бы поняла. Горолик. Бля. Вот это головой дёрбит. Напишите, что вам нравится в моих роликах. Ма, принеси соусницу. Ма, под кетчуп принеси, пожалуйста. Ма. Под кетчуп привези, пожалуйста. Это что, буду макать? Под кетчуп принеси, чтоб скумбрию макать. Ну, тарелку под кетчуп. Благодарю. Ну, вкусно. Вкусно? Да. Что-то я когда чистила ее, какие-то ребра там стали. Ну, а тухлая? Она была болючая, ты гонишь нахуй. Нормально. Она долго хранилась где-то. Не шесть разбираюсь. Это вчера с Макроров тоже были фольги делать. Надо фольги купить еще. Так. Дергаться. Это безобидно. Бля. Так. Блять, кетчуп вкусно. Офигенный кетчуп.
Тра-ля-ля-ля-ля. Да, оно. Ну-ка, попробуем. Блин, Костя. Да потом. Сверет какая. Там ремонт делает Стас, блин, которому я куртку порвал, блин. 4000 отдал. Кому еще куртку порвать, говорите? Можешь это забрать? Благодарю. Что, служанку нашел тут, что ли? На меня орали. Служанку. С Мартуновских. Так. Большой. Где Сокина? Картошечка, пюре. Макророс. Кстати, говорят, для пользы нам три раза в неделю есть рыба. Рыба. Кто любит рыбу? Пришедя. Да. Не, дергаться по любому перестану. Или в гробу, или туда. Конечно, ты писал тоже. Хуй его знает, что там делать. Нанял кого-то, ничего не делал. Тра-ля-ля-ля-ля. Макророс.
Меня чай не пьем. Чай не пьем. Молочный улун. Молочный улун. Вкус какого-то этого. Никотина с чем-то, с сахаром. Какой-то с молоком. Ничего не говорю, как оплатить за квартиру. За тебя, блядь, головастик накопила, ебаный. В больнице. А мы такие молодые. Да. Хуя там делает, блядь, дребезжит на весь дом. А если бы кто-нибудь другой бы делал бы, ходил бы ворчал бы на. Сравок-нибудь. Это ж чучело. Как говорится, свое говно не воняет. Четко-то она в ахуе. Четко-то она в шоке. Да ебать этих чечеток нахуй. Чурку его поменяли, не позволить. Как Женька ей ничего не говорит, что такой пыль висит. Женьке самой похуй. Сорвана им похуй. Вообще охуеть такой тюрьмы, нахуй давно на помог. Панкс на Д. Так и мне стыдно. У меня и то лучше висит. Люди идут, смотрят на их него, но нихуя понять не могут. Что за тюрь висит? У меня и то лучше висит. Заткнись, пидорас. Заткнись, тварь вонючая. А ты ее наклала? Нет, не наклала. А, придешь, находишь. Ю-ю. А что у нее такое погоняло, ю-ю? Ёбнуто, денег нет, отдает деньги. Тара-ля-ля. Да мать не знает, не надо. Надо ничего такого говорить, нахуй, блядь, на камеру, нахуй. Будешь тут нахуй тупишь? Слышно? Нет, не слышно нихуя. Так сам пиздишь там слышишь. Я говорю, что надо на. Кстати, пятерочки вкусный кетчуп. Блять. Если бы не изжога, я бы его нахуй, блядь, ел бы на. Прям, блядь, тарелками нахуй. Не изжога на. Все, будем чипсы на. Чипсы. Ама! Китайские чипсы! Я! Сешка молодец! Еще не поел, что ли? О! Чипсы свои странные. Вы сюда покупать чипсы. Все, я ебану ты у меня. Что это плечо? А, блядь, надо сюда забрать. Сейчас скажу, на вкус какой. Mm? Ой, они шепчут еще. Кого? Шепчут. Они шепчут. Он чавкает. Не, осьминог вкуснее.
Че, Геня, ты не нажирался, сидишь? Где карандаш нахуй? Ты бы, блядь, чапка эти раздражения шибешь. Мне нравится. Зачем ты меня заставила головой трясти? Чтобы... Ты ебанутый, кто тебе виноват трясет? Ты мне же сказала. Кондрат тебя, блядь, хлещет. Чтоб я к жизни прыгну. Угу, ну давай, ты сделай. Хуй на, блядь, орёшь там. Заебал уже. Чё тебе надо? Кого? Это капец. Чувствуете, слушайте, как он орёт. Так, ребят, такая вот фигня. Такие испытания. Ромкие, чем бороден. Не, ну чуть-чуть нормально. Кешу. Не кешу пятерочку. Чипсы китайские. Китайский. Китайский. Кетчуп. А мне сейчас кишки нельзя. Как мы запопадаем осями. Не клёво, кто научился ими обладать. Носами-то. Да, кино. На макроусах.
дал макроза. Косточку. Люди, как вам мои видео? Да, это реклама канала 900. Кто хочет 900, знаете, я вас прорекламирую. Что, покушали? Нормально, с молодец! Давайте подписывайте. Всем пока. Удачи.